Всем здорово, ребят. В общем, приехал и просто тупо уже весь день играю. Многие из вас заметили, особенно те, кто следят внимательно за комментариями, начали спамить, бомбить по поводу слива аккаунта. Вот. И вчера мне пишет человечек, который, по сути, ну, я не писал видос, мы с вами об этом разговаривали, который просто кидало. Попросил задонить на аккаунт еще. А вот есть, кстати, я же открыл видео, где-то 15 числа, с учетом того, что отдаст деньги там в конце месяца, окей, не вопрос, собрали зефира, все good. Прошел месяц, пишу, что там, я в больничке, буду там после какого-то числа, окей. Прошел второй, прошел третий месяц, недавно мне, кстати, напомнили, за то, что реально долг есть, человек вообще ушел, я даже не знал, ушли там в другую гильдию, я просто пишу, типа, ну, что там с деньгами? Человек просто вымораживается на морозе, один раз, второй раз написал, третий раз написал, даже говорю, мне что делать, возврат? Все. И тут фигась, человек мне просто отвечает, пишет, ты мне слил аккаунт за 100 баксов, и я просто охреневаю. Во-первых, у меня все аккаунты, которые есть, они все на компе. То есть я захожу на комп и доню с компа. Там даже целый диалог был. Вот ты с планшета слил. Я никогда видосы с планшета не пишу. Особенно битву гильдии. Это раз. То есть там был вход показан даже с планшета. Начались предъявы. В общем, сейчас будет самое веселое, поэтому делайте чай. Во-первых, когда, не знаю, там подпёздыши, скажем так, мягко их начинают за кого-то втыкать, вы сначала разберитесь, кто там ваш глава или кто она там писали глава. Кто ваш глава? Ваш глава кидала, который не держит слово. Пофиг, я на это забил, на этих 100 баксов, даже за них не вспоминал, как бы, ну, суть не в том. Ушли просто даже, я вот написал, человек просто тупо вымораживается. Хрен с ним, все, я забил, я себе полностью забил хрен, удалил это все. Думаю, хер с ним, как бы, ну, это не потеря, оно потом. И тут мне человек пишет, ты слил мой аккаунт за 100 баксов. Во-первых, я не захожу на аккаунты повторно, то есть я, если аккаунт там захожу, ролю, многие ребята это знают, я повторно кидаю, я всегда прошу пароля. Я аккаунты не оставляю, я периодически чищу как и комп, эмуляторы полностью все, потому что аккаунта много, оно подвисает, у меня очень много роллингов. Второе, начинают писать за вот этот возврат шавки, которые даже по сути ну не знают, вот, и начинают вякать, что я возвращаю деньги, ну делаю возвраты тех аккаунтов, на котором задонили. Ни один аккаунт, которому я донил, тут ребята, вот вас там дохренища, вы знаете, что такое там некоторые по пару раз выигрывали, вас дофига и аккаунты, никогда я этой хренью не занимался, никогда я не возвращал. Мне куча пишет людей с предложением, сейчас, ребят, сори, с предложением по поводу того, что быть посредником, продвигать там людей, которые делают возвраты. Я всегда говорил, я этой хренью не занимаюсь, не рекламлю, и куча рекламщиков тоже это знают. И вот ситуация кидала, то есть гильдия кидал, которых даже не хотел, не писал видео, ни хрена не делал, я забил, таких много, были и раньше, в Яблоне были ребята, Ревонг, по-моему, вот. Тоже так, один в один. Я забил на эту хрень. Потом, после этого, этот аккаунт. Еще была куча других, как бы. Не вопрос. Многие пишут, типа, там, задонать, помоги. Я сразу пишу, что нет. Все. И вот еще один самый явный пример. Кидала, и вот меня самое больше улыбнуло. Люди, которые не в теме, которые не знают, начинают писать комменты, ты возвращаешь, делаешь возвраты с аккаунтов, ты сливаешь аккаунты, я сливаю аккаунты только тех людей, которые просят об этом. У меня есть куча топовых аккаунтов, есть куча аккаунтов моих, которые в сотни там раз круче. Куча людей доверяют мне аккаунты на других серверах без проблем, все нормально. И тут вот такая вот ситуация, вот честно говоря, вот с одной стороны жалко, потому что я знаю, что такое качать аккаунты, вот десяточка, которые разыграю, то есть, ну, это длительный процесс и требования вложений, ну, с каждым разом все меньше, но кто играет давно, это нормальное вложение, тем более в этот аккаунт тоже вложил. И мне начинают, то есть,
не молчка, про деньги, про то, что типа деньги отдать, тупо мороз. И тут, когда начинают сливать аккаунт, который, кстати, вот я сегодня общался со своим главой, он мне написал, что ему тоже там и ребятам начинают спамить, он делает возвраты. И реально, этот аккаунт ходит по рукам. То есть, ну, это такой аккаунт, которому имеют доступ многие. Я этой хренью, как бы, ну, не страдаю, мне оно нахрен не надо. У меня есть репутация, которую я там за сколько, 4 года игры достиг ее. То есть, у меня куча людей, которые меня знают, которые доверяют аккаунты, отдают, я их разыгрываю. Ну, короче, полный бред. И тут кидало мне начинает предъявлять за аккаунт. Еще раз говорю, сначала просто вот там лысые, не знаю, там даже написали, вот Рылев там наведет пруфы, там мне, честно говоря, насрать. Сначала просто надо сказать, что кидалы, и перед тем, как вот что-то предъявлять, вы сначала разберитесь, кто вы. Потому что, ну, если ты кидок, какие ты можешь, ну, какие права там, претензии ты предъявляешь. Тем более шавки, которые начинают вякать, что я возвраты делаю. Это просто бред. В общем, ребят, такая вот история. Я не хотел писать этот видос, мне оно нахрен не надо было. Это дополнительная реклама кидал. В общем, еще раз говорю, если вы даете какие-то аккаунты, меняйте потом пароли. Если вы даете какие-то аккаунты, думайте, кому вы даете. У меня куча людей, которые дают и на роллинги, и все остальное, и ни с кем никаких проблем никогда не было. Все прекрасно знают, что я как бы и влаживаю, и даю, и никогда ни одного возврата я не сделал. И вот эта вот ситуация просто меня, не знаю, меня уже просто улыбка улыбает. Ты кидала, ты делаешь возвраты. Я такой думаю, бля, ну это просто реклама. Пацаны, красавчики, рекламьте. И сразу говорю, тем, кто будет там спамить эту хрень, их сразу будут кидать в блог. Поэтому можете спамить у себя там на своих каналах. Там даже вчера видос какой-то, но, ну, к сожалению, его почему-то удалили, я не смог посмотреть. Сделал, я не помню, какой-то кисель или кто. В общем, его как-то странно удалили, я хотел просто посмотреть и поржать. К сожалению, нету. Я надеюсь, что будут какие-то пруфы. Мне просто интересно посмотреть, как кидалы будут оправдываться тем, что они берут деньги взайм, а потом просто тупо морозятся, а потом начинают кидать еще предъявы за это. Вот напишите в комментах, что бы вы сделали в таком случае. Я считаю, если слили аккаунт, значит, так и должно было быть. Это правильно. Потому что так оно обязательно возвращается. То есть, что бы вы ни делали, оно обязательно вам вернется. Я как бы играю нормально, без всяких там приколов. Я могу порофить, поржать, потрешивать, но как бы есть какие-то грани, есть понятия. Поэтому, если вы говорите и даете там особенно денежные какие-то обещания, то есть это надо выполнять. Мне еще понравилось, написал, как это его, он раньше был Фанки, по-моему, или как. Вот ты типа сделал это, я такой, блядь, ну камон, ребят, вы типа в курсе все того, что человек должен деньги, и вы сразу же первые сразу начинаете писать тому, кому должен. Типа, если бы я хотел слить, я бы, наверное, еще до того, как я там, не знаю, месяц прошел, либо 2 месяца, уже 3 месяца прошло, и у меня был бы доступ, еще были атаки фортов, помню, в нашей гильдии просили заходить, я сказал, у меня доступа к этому аккаунту уже нет. Я не могу зайти, во-первых. Во-вторых, я чищу. То есть у меня там раз в неделю, в две я обязательно делаю чистку, потому что подвисает девайс, зависает эмулятор. То есть я никогда не захожу. Начались вопросы, даже начались вот самое ржачное. Вот ты донишь с планшета. Типа карта привязана к планшету. Это меня вообще, я вообще угарнул, и сейчас я просто вот охреневаю. Для тех, кто вообще не в теме, не в курсе, карта привязывается к Google аккаунту. И многие могут видеть, что я захожу, я делаю закрытие, я на аккаунт сразу кидаю с эмулятора. То есть вообще никакой связи, ни логики, мне начинают кидать скрин последнего входа, где есть планшет, типа я слил аккаунт и я вышел. И потом начинают писать, ты из Белоруссии, ты делаешь возвраты, ты сливаешь аккаунты.
и прочую хрень. Короче, я говорю, я просто от этой ситуации угораю, и для тех, кто просто не в курсе, не в теме с моих подписчиков, потому что многие ребята адекватные начали писать, типа, что за хрень, я просто объясняю ситуацию. Слили аккаунт Кидалы, который, по сути, просто тупо начали быковать, что это сделал я. Многие знают, что у меня есть доступа, я на их аккаунты никаким образом не захожу, не влияю, но мне нахрен не надо. У меня есть свои аккаунты, мне своего хватает. Многие ребята доверяют, аккаунты дают, но у меня нету времени на это все. И вот эту вот хрень можете писать там, не знаю, у своей гильдии, там, своим ребятам, друзьям. Это никак не повлияет на мою репутацию. Те, кто знают, кто участвовал в конкурсах, побеждал, ну, как бы, ребята все прекрасно знают, что я этой хренью не страдаю. Вот и все. В общем, ждите стримчика с розыгрышем десятки. Угораем дальше, посмотрим, что же будет. Мне просто самому интересно, посмотреть на пруфы, как там написали, Вове. Ну, вот просто интересно на это посмотреть и поржать. Вот просто чисто от души, ребята. А так я, в принципе, знаете, вот я даже, честно, где-то в душе рад, потому что, ну, оно по-любому когда-то возвращается. И то, что вы кидалы, ну, это дело лично ваше. То есть всем кидалам по заслуге. В общем, всем удачи и поменьше кидал по жизни. Всем пока.